всех горожан. Я приглашаю к участию в этих мероприятиях. Надеюсь, что программа будет интересная. Мы постараемся сделать праздник ярким. В рамках празднования Дня химика пройдет освящение храма. Церемония начнется 26 мая в 8 часов утра. Все желающие смогут увидеть церемонию на большом экране, который будет установлен на площади перед храмом. Со стороны городских властей обеспечен порядок, благоустройство прилегающей территории. Сделаем все возможное для того, чтобы это мероприятие прошло в торжественной праздничной обстановке.